Выработка наиболее эффективных механизмов воплощения в жизнь важных инвестпроектов, конструктивное решение актуальных проблем, выявление системных вопросов по части инвестиционной программы. Эти и многие другие задачи призваны решать встречи на единой площадке с участием крупных инвесторов, в том числе и зарубежных, а также специалистов профильных структур. Такая форма диалога была организована впервые, но ей придадут статус традиционной. В Ташкенте состоялась первая встреча единой площадки открытого обсуждения инвестиционных предложений иностранных и местных инвесторов. Организатором является Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям с участием уполномоченного при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Такие встречи планируется проводить еженедельно. Они призваны широко информировать о ресурсном, промышленном и инвестиционном потенциале республики. Кроме того, встречи позволят наладить прямой и конструктивный диалог между местными и зарубежными инвесторами, органами государственного и хозяйственного управления и другими участниками инвестиционной деятельности. Основная цель мероприятия – это установление прямого диалога между бизнесом, это имеется в виду иностранные и местные инвесторы, предприниматели, и с одной стороны, и с другой стороны – это наша государственная структура. У нас наблюдается очень большой интерес и очень большой поток обращений со стороны иностранных инвесторов по реализации инвестиционных проектов. Конечно, в процессе реализации инвестиционных проектов могут возникнуть у инвесторов какие-то вопросы, которые они, например, за какой-то определенный период не могут решить. Поэтому вот эта открытая площадка позволит им высказать свои предложения и состояние реализации их проектов, и установить прямой диалог с государственными органами, чтобы решить и ускорить вопрос реализации их проектов на территории Узбекистана. На таких встречах будут активно, а главное, своевременно обсуждаться инвестиционные предложения иностранных и местных инвесторов, руководителей органов государственного и хозяйственного управления. С их помощью будет налажено оперативное решение частных проблем, а также выявление системных вопросов, требующих всестороннего рассмотрения и последовательного решения. Каждую неделю мероприятия будут проводиться в формате открытых дверей. В них могут принять участие все заинтересованные лица – иностранные и отечественные инвесторы, представители дипмиссии зарубежных стран в Республике Узбекистан, руководители органов государственного и хозяйственного управления.